Доброе утро, воскресное. Поставьте плюсики, как вы меня слышите. Тру-ту-ту-ту. Всем привет. Ставьте плюсики, кто слышит. Ура, отлично. Отлично, так. Мы в этот раз не запланировали планерку, кто будет вести. И когда я это вчера вечером обнаружила, я быстренько додумала. Я ее проведу в любом случае. Хоть несколько человек придут. И я очень рада вас видеть. То, что пришли действительно самые активные патриоты, да, проекты и люди, которым нужно, которые хотят, действительно горят огнем. Я вас поздравляю, девочки, мальчики, да, мои дорогие партнеры. Завершением каталога номер 12. Он был очень необычный, тяжелое время, во-первых, да, для многих. Это сборы детей в школу, это сбор урожая, заготовки. И поэтому по практике вот этот каталог 12, он зачастую бывает немножечко не таким страстным, как остальные. Поэтому я вас поздравляю, что все это осталось позади. И сейчас начинается мощный 13-й каталог, в котором компания для нас приготовила так много всего, ну, не только приятного, а супер классного, что мы должны научиться использовать. Я вам не буду говорить, да, про все правила. Я думаю, вы и так это знаете. Вот смотрите, как использовать акции. Их на сегодняшний момент насчитывается 4. Это стартовая программа для новичков. Я не буду на ней долго останавливаться. Вы ее все знаете. И 3 акции каталога. Я не знаю, правда, как в других странах. Саша Петрик у нас в Беларуси. Саш, ты сам посмотришь, да, на сайте у себя, какие акции для вас, для вашей команды будут интересны. Для России у нас идет акция лояльности «Спа-сезон». Она рассчитана на 1 или 2 каталога. То есть это по желанию и по возможности. Дело в том, что если к нам люди присоединятся в 14-м каталоге, то они будут только один раз участвовать в этой акции. Да? Если сейчас начать, то 2 раза. То есть в 2 каталогах проявиться. Суть какая? На 50 баллов нужно сделать заказ в 13-м или в 14-м, или в 2 сразу. А получается, если в 2 делать заказ по 50 баллов, то вы набор, вот этот шикарный, весь вот этот, всю вот эту красоту, ну, вот без свечки, правда, это антицеллюлитный крем, роскошный, просто один из лучших, массажное масло многофункциональное, которое можно добавлять в ванную, волосы увлажнять, шикарный скраб, мой любимый, роскошный скраб, после которого кожа лучше, чем у младенцев становится, мыло с отшелушивающим эффектом, с натуральными водорослями. И маска спа-уход. Маска тоже необыкновенная, с натуральной глиной, с эффектом очистки, глубокой чистки пор. Она их суживает. И если проблемные высыпания на коже, она тоже их нейтрализует полностью наповал. Маска вообще шикарная. У нас она дома есть всегда. У нас, в принципе, дома есть все вот эти продукты. Ну, антицеллюлитные я беру так не часто, да, то есть сезонно. Вот, чтобы получить за 299 рублей, надо 2 раза сделать по 50 баллов. Если вы успеваете или ваши партнеры только в одном каталоге сделать заказ на 50 баллов, то набор выйдет всего тоже за 599 рублей. Ну, чуть-чуть подороже, но все равно это очень выгодно, очень дешево. Миша, убавь, пожалуйста, у себя немножечко динамики, а то я сама себя слышу. Ребят, вот скажите, как выгоднее, в 2 каталогах заказ делать или в одном? Как вы считаете? Конечно, если у вас есть команда, вот как у Маши Склиренко, которая уже присоединилась, то однозначно, да, Маше сейчас нужно будет проработать всю команду. Люди, многие люди давно не размещали заказы. Как-то, знаете, вот некоторые в лето ушли в отпуск и еще не вернулись. Их надо вернуть, срочно вернуть их из отпуска, чтобы они включились в процесс. И как мы их будем возвращать? Смотрите, мы объединяем акции. Одна акция идет у нас по спа-программе, а вторая акция для тех, кто 4 каталога не делали заказ. Вот смотрите, вы когда распечатки будете вызывать, то в конце будет стоять циферка 4 и больше, 4, 5, 6 и так далее, по нарастающей. Да, я вам сейчас включу ролик после планерки вообще. Миша,
Не спал почти всю ночь, монтировал новинки. Молодец. Спасибо тебе, Миш, большое от лица всей команды и от меня лично. Вот наши неактивные новички могут поймать сразу двух зайцев. Первое, они, сделав заказ на 50 баллов, получают тушь, автоматически сразу им вкладывается в заказ. И они проходят первый шаг на спа-программу. То есть надо эти акции объединить обязательно и рассказывать. И именно вот точечно, кому нужно, мы рассказываем про акцию реактивацию и про спа-программу. Кто не участвует в акции реактивации, то есть они делают заказы, то есть один-два каталога у них пропущены, то есть не четыре и больше, то им не надо про эту акцию рассказывать, только про спа-программу. Это, надеюсь, вам понятно. И вот началась новая акция компании по приглашению «Все грани красоты». Кто еще не знает условия этой акции, поставьте минус. То здесь такая акция своеобразная, она нацелена на личный рекрутинг. Личный рекрутинг, то есть что вы в себе в первый уровень записываете людей с заказами. То есть что получается? То есть не в глубину, как мы рекомендуем морковками строить команды, а именно в первый уровень. Ну, вы знаете, если вы уверены, что человек будет делать заказ, то есть это кто-то ваш близкий человек, то можно записывать в первый уровень. Если это люди с интернета, то я все-таки рекомендую не строить вокруг себя солнышко, да, солнечный круг, а также продолжать регистрировать тех в глубину, а только знакомых регистрировать в первый уровень. Второй вариант. Если вы можете собирать большие заказы, то есть, да, я вот знаю, Маша, например, Склиренко, для нее не проблема и 800 баллов сделать заказ, она может запросто. То есть, если вы можете набирать большие заказы, то вы делаете свой заказ, который вам необходим. Например, вы проходите стартовую программу, или у вас есть команда, чтобы получать объемную скидку, вам надо 150 баллов на личный номер показать активность. А остальные баллы вы можете скидывать на родственников. То есть регистрируете, например, в первый уровень под себя мужа или ребенка, или маму, то есть да, тетю, дядю, кого-то из своих родственников, кто может помочь прийти забрать заказ. Потому что в каких-то СПО вам могут отдать за родственника заказ. Можно заранее позвонить, уточнить, сказать, я вот регистрирую дядю, можно я за него заберу заказ? То есть я могу его ксерокопию паспорта принести, то есть чтобы дядю не гонять, да, и чек об оплате. То есть если они согласятся, супер, вы сами заберете. Если нет, то вы попросите один-два раза прийти забрать заказ своих родственников. Ну, подарите им какую-нибудь там штучку. Далее, смотрите, то есть вы все заказы делаете на кого-то, да, из своих людей, или ваши новички размещают заказ, и те, кто у вас в первом уровне, их баллы суммируются, все баллы, которые они сделают в течение 21 дня с момента регистрации. То есть как я делала? У меня были большие заказы, вот в прошлую акцию «Ты в моде». Мы зарегистрировали Мишиного папу не в первый день каталога, да, мы его зарегистрировали так где-то в серединке каталога, сделали первый большой заказ, а в следующем каталоге сделали большой заказ следующий. То есть получилось, мы уложились 21 день, прошли первый шаг стартовой программы и сделали большой, огромный заказ. Вот сейчас откроют сайт, и я уже закажу себе телефончик и часы. То есть смарт-часы и телефон. Мы выполнили эту акцию. В принципе, не планировали как-то, но так получилось. Мы решили не упускать такой шанс. Поэтому я вам рекомендую это сделать. Что по акции вы получаете? Вот смотрите, если вы накопите 100 баллов, то в 16-м каталоге акция будет действовать 3 каталога: 13, 14 и 15. То есть вы 3 каталога копите баллы. Когда подводится итог, вы смотрите, чтобы баллов было кругленькое количество, не 199, а сделайте ровно 200, да, не 276, сделайте 300, чтобы взять два подарка, да, и так далее. То есть у нас есть такая возможность, 100 баллов, если вы накопите, то вы сможете взять один из вот трех подарков. То есть это вот эта шикарная сумочка клатч необычного дизайна. Кстати, вчера ее рассмотрела. Мне очень понравилась такая необычная сумочка золотая. Действительно, какую-то вечеринку она будет очень актуальна. Да и просто если стильно одеться с золотыми элементами в одежде,
Ой, это просто супер. Оно хоть и маленькое, но очень вместительное. Очень красивый шарф тоже за 100 баллов. Черный с золотым таким принтом. Очень интересно сделан шарф. И кошелек. То есть вы можете взять только один продукт из, на 100, то есть на 100 баллов. Если вы хотите, например, взять два кошелька, то у вас не получится. Вы можете взять, например, один кошелек, один шарф, одну сумочку, если вы накопили больше баллов. Это понятно? Поставьте плюсики. То есть, если вы 200 баллов накопили, вы можете взять или вот эту сумку зеленую большую, или взять два предмета из более дешевых на 100 баллов. Также на 200 баллов вы можете взять оригинальное зеркало с подсветкой. Тоже интересная штука для макияжа. Вот, если у вас накопили 500 баллов, то смотрите, что получается. Вы можете взять себе филипсовский мультистайлер, многофункциональный. То есть это такая великолепная вещь для модниц, которые любят сами укладывать прически различные. То есть что он в себе содержит? Это несколько насадок. Одна для просто, да, накручивать кудряшки. Две насадки. Одна утюжки, просто выглаживать волосы. Одна делает гофре. То есть такие будут волосы волнистые, складочку. Есть такая необычная спиралевидная щеточка и расчесочка, которая поможет подвить кончики, то есть делать укладочку, если у вас такая прическа, которая предполагает, что нужно подвить их вниз или вывернуть наверх, то есть, да, оригинальные штучки. И две скрепочки такие для волос, заколочки. Все это в футляре красиво. Но Philips, есть Philips. Это действительно дорогая вещь, очень классная. Я думаю в этот раз побороться за Philips. Мне очень понравилось. Ну и вот интересная идея тоже от Philips. Это массажер для лица. Ну, не только массажер, он тоже три функции у него есть, три насадки. Вот эта насадка, да, вот эта розовенькая. Нет, не личные, только за новичков, Лен. Только за новичков первого уровня. То есть, если это у вас в первый уровень кто-то записан. Я вот объясняла вначале, что вы можете или кого-то зарегистрировать, из родственников записать и скидывать свои баллы. Если у вас, вы можете собирать большие заказы. Если же нет, то вы можете мотивировать своих друзей и близких, регистрировать их в свою команду. В первый уровень их баллы будут вам копиться в течение трех каталогов. 13, 14, 15. То есть, да, я вот так вот прикинула, если я хочу, например, вот этот набор за 500 баллов, в трех каталогах нужно делать по 150 баллов и в одном 200 баллов сверх своей нормы. То есть свою норму нужно делать. То есть, да, вы понимаете, что если вы будете нацелены на подарок только, то вы упустите работу с командой, то есть и получать зарплату от команды, доход от команды. Понимаете? Леночка, ответила я на вопрос? Да, то в принципе так-то немного, если постараться, если у вас, вам интересно работать с клиентской базой, с каталогами, то можно как бы это использовать. У нас просто действительно поступают иногда такие большие заказы, неожиданные даже. Вот как в тот раз у нас был большой заказ из Израиля на 800 с чем-то баллов. Ну, конечно же, да, смысл на себя писать, если можно было получить такие подарки классные. То есть, да, шустрите, это ваш интернет-магазин, раскручивайте его, это по желанию. Ребят, вот как хотите, нравится вам это, раскручивайте личный товарооборот. Это никогда не помешает. Вы знаете, например, я очень люблю работать с клиентами. Я считаю, что я несу в мир красоту, потому что многие люди совершенно не умеют ухаживать за собой. И есть удивительно уникальные, да, люди, которым вот надо прям чуть-чуть подсказать, дать направление, как скорректировать свою внешность, что дополнить, чем ее дополнить. И получаются вообще просто такие счастливые люди, которые потом, ну, становятся благодарными клиентами. И они даже, когда к ним приходят дистрибьюторы и предлагают со скидкой, продают им товар, то есть втюхивают, да, купите у меня со скидкой, да хватит вам переплачивать. Ну, то есть люди, которые просто набирают баллы тупо. Вы знаете, они мне не изменяют, мои клиенты. Я скидки не делаю никому.
Никому, только вот прям близким-близким, кто домой приходит, там родственники, близкие подруги, им да, я могу сделать скидку, но клиентам никогда. И они от меня не уходят, потому что я изучила эту тему, я знаю хорошо продукт, да, я смотрю эти вот ролики, я смотрю косметологов наших от фирмы Oriflame, которые выступают, и я просто консультирую профессионально, да, ну не прямо профессионально, но я подбираю то, что людям действительно идет, и они потом довольны, счастливы, пользуются этим продуктом. Он у них не стоит просто так на полочке. То есть для меня это важно, чтобы люди остались довольны. Поэтому всегда много заказов. Даже вот порой говорю, идти неохота никуда, то погода плохая, то некогда. Да, все-таки для меня акцент это работа с командой, главный фокус. Они сами звонят. Им приносит каталоги кто-то, вот, ну, разносит каталоги. Они смотрят, а мне звонят, скидывают заказы. То есть, да, вот приучить тоже людей к себе, потому что люди, ребят, покупают не товар. Они покупают вас как продавца, как хорошего человека, как личность. Вот если вы будете так проявляться для них, то у вас всегда будут толпы клиентов, поклонников, которые вам не будут изменять. Понятно? Поставьте пятерочки, кто меня услышал. Многие говорят, я не буду продавать, это не мое. Да вы говорили, не надо продавать. Да, ребят, ну не надо продавать. Но если вы понимаете, что это ваш бизнес, да, то раскручивайте его во все стороны. Во все стороны. Ведь если вы открыли свой магазин продовольственный или канцтоваров, да какой угодно, ребят, но вы бы ко всем бы вы приставали, к своим друзьям и родственникам. Приходи ко мне в магазин за хлебом. Хватит ходить в гроздь или там еще какие-то магнит. Ходи ко мне, ну ты что, мне не подруга? Ребят, ну вы бы так и делали, потому что, да, вы бы вложили туда кучу денег, а вы бы чувствовали себя, ну, обязанным просто их вернуть, правильно? А здесь то же самое, это ваш бизнес, ваш магазин, да, надо вашу продукцию двигать вперед, потому что она хорошая. Вы не фигню какую-то людям предлагаете, а нормальный, классный, вообще обалденный продукт. Смотрите, что у нас за 1000 баллов? Ну, 1000 баллов кажется космос, да, вообще, но если посчитать, это по 333 балла в каталог всего-навсего, да, сверх своей нормы вы делаете. Это тоже не так уж и много, это заказ примерно где-то на 10, на 10-12 тысяч получается в каталог собрать заказ. То есть 10-12 клиенток сделали по 1000 рублей, вот и все. То есть просто пойти в люди и показать каталоги. В результате вы получите такой набор. Я еще не видела, сколько он стоит в магазине. Но вот честно, я могу сказать по поводу такой плойки, да, вот я дочке купила просто одни утюжки без насадок. Просто утюжки без насадок я отдала 3600 рублей. Это не Philips был, да, ну какой-то сказали неплохой, что с хорошим покрытием. 3600. Я думаю, что вот этот набор будет дороже стоить. Можно помониторить. Миш, давайте задание дадим. Помониторь в интернете, сколько стоит вот такой набор и по уходу за лицом. То есть, что нам дает набор по уходу за лицом? Я думаю, что он тоже будет стоить примерно, ну, от 10 тысяч это точно. Судя по прошлой акции, если там за 1000 баллов были часы, которые стоят 17 тысяч, то я думаю, что этот набор тоже стоит солидную сумму денег, очень солидную. Но в чем его прелесть? Смотрите, вот эта насадка первая, это для глаз. То есть это для того, чтобы наши глазки с вами отдохнули, взгляд был свежий, яркий, красивый. И самое главное, чтобы не было отеков, темных кругов, и мимические все морщины, да, и глубокие морщины становятся менее заметными, менее выраженными. То есть это потрясающий массаж для глаз. Вы знаете, на самом деле, вот самое быстрое, что страдает и у мужчин, и у женщин абсолютно одинаково, это, конечно же, зона вот эта вокруг глаз. Да, она больше всего подвержена стрессу, мимике, нагрузки постоянно, мы морщимся, щуримся, мы плачем, особенно женщины, да, больше всего плачут, это тоже влияет, конечно же. И если говорить о массаже, то руками сделать массаж кожи вокруг глаз очень, очень ответственно. То есть это настолько тонкая работа, я просто изучала массаж, я ходила на курсы массажистов.
именно вот косметолог работы с лицом. Я знаю, насколько это опасно, и что неправильные движения могут, наоборот, растянуть кожу и навредить ей. То есть, да, вы как бы, может быть, частично будет польза от такого массажа, да, то, что уйдет усталость, может быть, отеки спадут, и можно также и навредить. Поэтому я считаю, что такие аппаратики, да, они совершенно безобидны, тем более там идет специальные микротоки проходят, то есть это все сделано, это японцы, да, разрабатывают этот аппарат, я прям вчера про него почитала тоже, ну, мощная штука, может быть, я, конечно, и на него нацелюсь, не знаю. Вторая щеточка, насадка, это для очищения кожи. Наподобие Skin Pro, который у нас есть, да, по типу Skin Pro, то есть еще более тонкие ворсиночки, которые прочищают каждую пору очень нежно и деликатно, работают с кожей, да, то есть фантастическая вещь, если у вас нет Skin Pro, то вот как раз у вас будет супер свой новый навороченный аппаратик. И ты вот эта насадочка, я что-то снизу вверх начала, это как раз массажер для лица. То есть тоже разрабатывали профессиональные массажисты Шацу, да, использовали все свои многовековые знания и опыт, которые накопили, и вложили вот все в этот чудесный аппаратик. И у меня к вам теперь вопрос. Вот на что вы нацелились? У кого появились на желание там выполнить какую-то акцию, программку и заработать себе подарок какой-то? Да, это может быть. Давайте сначала начнем. Может быть, это небольшие подарочки совершенно, да, за 100 баллов. Сумочка, шарфик, кошелек. За 200 баллов это сумка красивого такого цвета изумрудного. Или зеркало. Напишите, на что нацелились, мне интересно. За 500 баллов это у нас потрясающий набор для укладки волос. Да, можно творить, прям, знаете, не знаю, у меня такие длинные волосы, но я почему-то так захотела такой набор. Я думаю, что не помешает немножечко разнообразить прическу. Или это набор по уходу за лицом. На что вы нацелились, поделитесь, мне интересно. А мы переходим к планированию. Вот смотрите, ребят, сегодня у нас с вами такой переломный момент, когда закончился 12-й каталог и начинается 13-й. У меня к вам прямой вопрос. Кто уже сел и написал план действий? Признайтесь. План действий, то есть это план по всем показателям. По всем показателям, начиная от личный заказ, сколько личных регистраций вы запланируете, сколько для этого сделаете рассылок, сколько вы сделаете там вообще всего-всего-всего-всего. То есть с первой, да, мы начинаем с себя. Что сделаю лично я, сколько звонков, с кем я созвонюсь, о чем буду говорить, то есть кто разделил свои команды уже по группам, о чем с кем говорить, сколько вы запланировали товарооборот команды. Это тоже важно, да, план роста. Он просто необходим, потому что если вы не будете планировать ежекаталожный прирост, действия, прирост, да, свое движение вперед, то ничего происходить не будет, ребят. Вы должны понимать, это ваш бизнес, и вы его должны запланировать от и до. И вот ключевые вопросы, на которые вы должны ответить, они вот здесь у вас на слайде. Сколько регистраций в день? По группе? За каталог? Сколько из них станут рекрутами? То есть вы должны научиться отслеживать свою статистику. У нас по команде получается примерно 15% переход, 15-20%. То есть вот сколько мы регистрируем, из них только 15, максимум 20% становятся активными. Это очень низкий показатель, над ним надо работать. А работать как это? С людьми, работа с людьми, да, вводить людей в команду, в обучение, передавать им свой опыт знаний, вдохновлять, показывать, что это серьезно, что у них есть тут единственная, наверное, возможность, где быстро можно заработать деньги. Это как раз в Reflame. Сколько у вас будет Q-рекрутов, сколько ключевых партнеров и активность по команде. Активность, вот хорошая активность, чтобы вы знали,
чтобы вы понимали, что если такая активность есть, значит, вы растете, значит, у вас есть хорошее движение вперед. Это примерно 72%. Запишите себе, чтобы вы на эту цифру ориентировались. То есть активность по команде. Где эти показатели можно посмотреть? В информационном листочке своем. То есть вы вызываете инфолист. А у нас есть тренинги записаны на эту тему. В каталоге можете прям вести работу с инфолистом или с информационным листком. И посмотрите, как его вызвать, как в нем разобраться, что означают там буковки, циферки. И вот активность должна быть где-то 72% минимум. Если она у вас молодая команда, новенькая, свеженькая, то она должна быть намного выше. У нас бывают команды, в которых активность 100%. Это вообще очень круто, конечно. Главное с таким же настроем и двигаться дальше. И вот вы себе расписываете. Примерно, я не знаю, у вас у каждого свой уровень, у новичка это вот такой примерно план. А кто уже прошел обучение, настроил систему работы, то у вас такой вот примерный план, что стремится личный заказ 150 баллов, личная регистрация минимум 15-20, у вас должен быть хороший поток из близких людей, потому что когда начинаете, у вас огромный список знакомых, и вы должны всех, максимально всех, позвать в свою команду. Потому что именно на близких людях команды растут быстро. Если вы сразу же кидаетесь на холодный рынок, то зачастую можно просто набить шишки. Шишки набить. И еще что интересно, почему мы в бизнес-школе даем именно работу со списком знакомых, как пригласить знакомых в бизнес. Что интересно, когда вы приглашаете много незнакомых людей с интернета, то чтобы найти золотой кораблик, для человека, который включится в процесс, делает заказ, будет активным, то иногда приходится пригласить человек 20, 30, 40, особенно пока нет опыта, то у вас появляются списки, инфолисты, в которых толпа людей записана и 0 баллов. И вот зачастую из-за этого новички бросают, то есть они говорят, я столько людей пригласил, на презентации говорят, всего 5 надо, а я уже 45, и ни одного заказа, 0 баллов. И люди бросают, то есть не все понимают, что чтобы найти одного активного, иногда бывает, что нужно и сотню перебрать людей. Потому что активный человек на вес золота. Вот, да, вы золото. На вес золота. Это вы, потому что вы активные, вас нашли среди сотен людей, которые, да, я таких называю планктоны. Планктон. Офисный планктон, рабочий планктон. То есть люди, которым не надо, они вроде бы хотят чего-то немножечко поменять в своей жизни. Вроде бы хочется. Но когда они понимают, что ради этого надо работать, и мозги включать, они тут же сливаются. Им это становится неинтересным, это выход из зоны комфорта. И они бросают просто, да, даже не отвечают, потому что это не для них. Они готовы, да, там, работать за зарплату, но предпринимать что-то лично от себя они не готовы. Поэтому, чтобы найти таких предпринимателей, с духом предпринимателя, порой приходится перебрать огромное количество людей. Поэтому вы должны изначально это понимать и не расстраиваться, ребят. Договорились? Напишите обратную связь в чате. Как ваш настрой такой, боевой или, да, там, чтобы все не кисли, вы должны четко понимать, что это бизнес золотоискателей. Да, нас всегда сравнивают золотоискатели, мы перебираем, перебираем. Вы знаете, я много лет уже в этом бизнесе, и могу сказать, что я вначале очень расстраивалась. Мне казалось, вы знаете, я в каждом человеке видела директора, в каждом буквально. Да, я видела, и у них есть потенциал, в них есть качества, которые подходят для этого бизнеса, что их нужно просто развить, набраться опыта и навык, и у них все получится. И вы знаете, сотни людей прошли уже через мое общение, через общение со мной. Скольких людей я пыталась, да, я их мотивировала, вдохновляла, я помогала им, давала книги, ролики. Да, мы столько всего делали, да, для них, чтобы
они расшевелили свою внутреннюю вот эту энергию мощную, но они не стали, ребят, да, они немножечко попытались, сделали маленькие какие-то попытки, но они не стали продолжать. И они, эти люди до сих пор, я многих из них знаю, общаюсь, мы, бывает, встречаемся, у них ничего не изменилось в жизни. Они ходят все в тех же кофточках, все в тех же туфлях. Когда я их спрашиваю, где ты в этом году отдыхала? Нигде. А куда планируешь поехать? Никуда. То есть, понимаете, у них вот как бы жизнь проходит перед экраном телевизора. И все, их это устраивает. Я надеюсь, что вы никогда-никогда вот не скатитесь до такого уровня. Если вы встали на путь развития, успеха, не сходите с него. Ребят, знаете, может быть, будет трудно. В какие-то моменты, знаете, реветь захотите, рыдать. Знаете, иногда бывает такое, что, ну, кажется, вот ничего не получается. Ребят, нет, все получается. Вы знаете, иногда бывает такое, что хочется все бросить, да, и тут же появляется какой-то человек обалденный, который говорит: «Вау, вот это бизнес, а почему мне раньше об этом никто не рассказал?» И тут же крылья прям расправляются за спиной. Да, поэтому помните, что нужно просто найти через тернии к звездам, да, идти, прорываться вперед, потому что если не вы, то кто? Кто за вас это сделает, ребят? Никто. Поэтому старайтесь, мы вам всегда поможем. Сами понимаете, что для меня этот бизнес, он не просто как работа, да, для кого-то или времяпровождение. Это моя жизнь, это мой образ жизни, это моя семья, все, моя жизнь, мой кислород, да. У меня Орифлейм, он не отделяется от нас, да, нет такого, что Орифлейм отдельно, мы отдельно. Мы постоянно в этом находимся, мы в этом купаемся, наслаждаемся, двигаемся вместе с Орифлейм. У нас все планы, которые мы строим, они связаны только с Орифлейм. Поэтому, да, для нас это как обстановка в доме, да, везде все веет Орифлейм. Поэтому вам сейчас задача сесть, расписать свой план примерный. Я рекомендую это делать в табличках. Очень удобно видеть, что вы должны получить. Вот смотрите, ребят, вы должны себе расписать, сколько ключевых партнеров должно у меня быть. Ребят, кто у нас на 3%? У вас должно быть уже один минимум единомышленник или два. То есть тот человек, который с вами встал на этот путь и активненько выполняет правила 3П. Если вы на 6%, то уже больше. Кто у нас на 12? 7-10. Представляете? Кто идет к 22, это 22-25 ключевых партнеров. То есть это люди, которые вот хотят, двигаются в теме, вот развиваются, не останавливаясь. Потому что вот, кто не остановился и пошел дальше, у всех получается. Если люди делают остановки хоть в чем-то, да, может быть, заказ делают, не рекрутируют. Это остановка, ребят. Потому что заказы — это не самое главное в нашем деле. В нашем деле главное скомпоновать свою ключевую команду. Ключевую команду. Потому что клиентская база — это самое простое. В принципе, можно, даже не имея ни единого клиента, выполнять план 150-200 баллов. Это элементарно. Если вы построили хорошую команду, крепкую, то, который вам приносит доход 25, 30, 40 тысяч, то я уверена, что каждый из вас может 5-6 тысяч выделить из этой суммы и купить себе хорошую продукцию, не глядя на цены. То есть взять коктейль, витамины, чтобы пользу для организма получить, и немножечко продукции для того, чтобы вкусно пахнуть, да, быть чистеньким и хорошо выглядеть. Поэтому это не проблема. А вот создать ключевую команду — вот здесь должен быть ваш фокус именно сюда направлен, на поиск ключевых партнеров. Это всем понятно? Поставьте пятерочки. Как мы записываем все в табличках? Смотрите. Так, сейчас это я заканчиваю. Сейчас прям еще немножечко, да, и мы заканчиваем. То есть вы берете табличку и расписываете себе прям четко-четко, пошагово. Все циферки вписываете вот как в итог. Да, вот итог. За каталог должно получиться 150 баллов, 900 по группе, или вы напишите 400 по группе, или 2000 баллов. То есть вот здесь будет у каждого своя цифра.
Вот тут у всех должно быть одинаковое, 150 личных баллов. Далее, вы пишете личная регистрация. Командные. Откуда берутся командные регистрации, ребят? На кого вы можете рассчитывать? То есть, если у вас пока нет ключевых партнеров, то вам может помочь только спонсор. То есть вы разговариваете со спонсором, и да, он вам говорит, я могу тебе в этом каталоге помочь, я к тебе запишу, ну, где-то человек 5. Тогда вы планируете, если я сделаю 10-15, и спонсор 5 даст, то как раз где-то человек 15-20 по команде будет. Да? То есть вы вот здесь напишите 15-20. Если у вас уже есть ключевой партнер, который прошел обучение и тоже начал рекрутировать, то он тоже где-то человек 10 должен пригласить минимум. Правильно? То есть вы должны сначала собрать сведения со всей команды, кто на что планирует, да, какие планы строит, на кого, да, вот на что рассчитывать. Потом вы все это суммируете и записываете вот сюда. И если каждый партнер выполняет свой план, то в результате вы выполните общий командный план работы. Это понятно? И далее вы расписываете, сколько рекрутов вы ожидаете, сколько Q-рекрутов. Потом вы делите вот эти цифры на 3 недели по кусочкам. Расписываете себе вот эти таблички. И потом каждую недельку расписываете уже вот в такой табличке на неделю. То есть вы можете взять в Google диске, сделать себе одну большую таблицу на каталог, расписать по дням. Обязательно делайте 2 графы. Вот так вот. План, факт. Да? То есть расчертите, у меня тут не расчерчено, вы расчертите так прям до конца. План, факт, чтобы каждый день вы записывали, что вы планируете, вы открыли утром план, смотрите, так, мне сегодня нужен личный заказ 10 баллов. Куда пойду? С кем полистаю каталог? Пошли к подружке, к соседке, то есть четкий план. Лен, эти слайды есть в бизнес-школе в 5-м дне. Когда ты пройдешь бизнес-школу до конца, там все это будет. Просто нужно школу энергичненько всю пройти. Там за 5 дней мы все разжевываем досконально. Дальше, смотрите, записались, то есть утром встаете, вы знаете, что даже с вечера, да, мы уже программируем свой мозг, что мне завтра нужно будет заказ, мне нужна регистрация, по команде столько, товарооборот по команде должен прирасти на 100 баллов или на 200. То есть вы вот эти все циферки себе программируете. Утром встали, скорректировали план, да, посмотрели, ага, вот это мне нужно делать, и вперед начали пахать. Все, других вариантов нету. То есть, да, вот вы четко делаете, 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 тогда у вас все будет круто получаться. То есть, какое обучение посетить, сколько рассылок сделать, какие странички создать, да, сколько прирастить новых аккаунтов, чтобы раскрутиться, там, зная, что 5 дней модерация, работать нельзя, и новый аккаунт он сразу не даст потока людей. То есть все нужно спланировать. И тогда у вас, можно сказать, да, что вы работу наладили, цели поставили на каталог и четко идете к ним и постоянно корректируете. Если вы видите, что вы план не дотягиваете, созванивайтесь с менеджерами, советуйтесь. А где я не дотягиваю? А над чем мне рекомендуешь поработать? А что я, да, что я могу лучше сделать? Ну, подскажи, потому что менеджер со своим опытом, он уже может вам подсказать. Он сразу увидит картинку целиком, да, где вы не дорабатываете, может быть, да, упущения какие-то, возможностей и так далее. Ребят, на этом вот моя информация на сегодня закончена. Завтра у нас будет глобальная планерка по планированию. Планерка по планированию, хорошо сказала, то есть где мы будем, да, более грандиозно все это разжевывать. Поэтому я вам рекомендую сегодня написать свои планы, а завтра их скорректировать на планерке. Хорошо? Чем я вам сегодня помогла? Напишите в чате, чем была для вас полезна, что особенно понравилось. А я вам поставлю ролик сейчас. И до встречи в чатах. Ждем открытия каталога. И быстрее, самые первые, скидываем заказики.